Звенигородский детский сад номер 5 «Ласточка» принимает детей уже более 50 лет. Руководство образовательного учреждения обратилось за помощью к депутатам Мособлдумы. Подключились и депутаты «Единороссы» Одинцовского окружного совета. Садику необходима площадка для спортивных мероприятий. Мы посмотрели, можно сделать и хорошую спортивную площадочку с учетом, конечно, безопасности, что маленькие дети, они предполагают, может быть, какие-то соревнования, мероприятия совместные межсадовские проводить. Ну, на мой взгляд, это хорошо. Значит, депутаты областной думы взяли это в работу. Парламентарии подчеркнули, современные формы работы стараются использовать все детские сады в Звенигороде. Сейчас важно наметить дальнейший план, чтобы в будущем все дошкольные образовательные организации города были обеспечены необходимым оборудованием. Эмилия Аракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».